I am guided by the spirits. This cannot be! The reptiles are growing restless. I fight for my ancestors. I fight for my ancestors. Let your spirit soar. Live strong as the mountains. May you find peace. I fight for my ancestors. One breath, one shot. Day and night cannot dwell together. Day and night cannot dwell together. Всем привет, дорогие друзья! Ребята, вы видели, что продают на рынке сейчас? Вы видели этот магазин? Боже, вы сейчас просто офигеете! Что сегодня происходит в магазине? Это просто... Залетаем. Во-первых, пожалуйста, не потеряйтесь, когда увидите вот эти подарки. Вернитесь обратно в чувства. Возьмите свои эмоции под контроль. Листаю дальше. Так, на секундочку, да? Просто 5 подарков сходу. Бам! Дальше. Удвоитель жетонов. Дальше. Бам! Гемы! Гемы бесплатные! 20 гемов! Просто я их никогда не заберу. А, через 21 час пропадают. Тогда сюда иди. 20 гемов. Капец, 20 гемов. Но! Посмотрите сюда, сколько ящиков! Короче, ребзи. Давай, я уверен, это будет пушка-выпуск. Набираем на этом видосе 30 тысяч лайков. Я записываю выпуск с Данькой, с моим сыном. А вы знаете, что когда открывает Даня сундуки, происходит невероятное. Набираем 30 тысяч лайков, я с Данькой открываю эту акцию, и вы увидите, что выпадет. Пожалуйста, наберите 30-ку, чтобы эта акция не закончилась. Короче, я шо, я как, я куда? Я как бы еще Джеки в игре, 79 гемов. Я обязательно ее туда-сюда покупой. Обязательно просто трэш-контент, ребятки. Джеки, берем Джеки. Так, где ты, Джеки? Это Джесси. Это Джеки. Так. Отлично, шо у нас там? Ловушка для тигров. Та ты шо, тут я и пойду ее сейчас апать. Так, но для этого нам надо быстро задонатить гемов. Это первая акция куплена. Итак, открываем. Ребят, падает Сью. Жетоны, дальше первый ящик, и там сразу 7 предметов. Если ты сейчас просто подписан на канал, влепил лайк, отвечаю, выпадет Лего. И я вот просто проверь, брат, ты вот не веришь, а просто проверь. А, братик, это из следующего выпуска, сорян. Это когда мы с Данькой будем открывать, если лайков много наберем. Короче, тема следующая. Блин, ну эти акции надо покупать. Тема следующая. Может разыграть все эти акции для вас? Может вам купить эти акции? Вам интересно или нет? Было бы, чтобы я вам эти акции купил, а? Ну блин, я вам предлагаю, вы не соглашаетесь всегда. Почему так? Вы не хотите акции? Я хочу. 50 тысяч лайков ставь, я тебе куплю все акции. Что тебе, трудно? Не набираешь? Все, что тогда просишь, блин? Я поставлю лайк, обещаю. Давай, давай. Так, следующая акция залетает прям... Вот это да! Осталась последняя акция. Что, покупать, не покупать? Конечно, покупать. Что? 8 баксов, 500 рублей, прикинь. 8 баксов, мне не жалко, если ты поставишь лайк, подарить это кому-то другому. Я могу себе не покупать, могу купить тебе, если ты мой подписчик и лайк поставил. Ну пока что я не запускаю никаких конкурсов, потому что ну реально, ну вы даже 30-ку лайков набрать не можете на видосах, это стыдно. Я все купил, подарки только не собрал. Что, может развалить кабинет кому-то на Джеке? Давайте попробуем одну катку скатать. Чисто сейчас попробуем кому-то хрюкало снести. О, кольт, идеально, Стю, бас, отлично, я проиграл. Так, а что у меня хоть за гаджеты? Так. Хорош. Ну что, постоим, подождем. Надо побегать от него. А, так он так будет ломать все. Ого, а так же больно, как он делает. Перебирайся на его сторону сверху. Не, надо, чтобы он еще один гаджет слил. О! Прикольно, он гаджет слил. Ну, хочется убить или оставить.
Привет, Андрей. Где ты был? А ну обними меня скорей. Все, у него гаджетов нет. Блин, ну Сью... Сью мне надо... А ты так же само, жди. Давай, подтягивайся. Да блин! Да, Джеки, конечно, повлияешь Вилли Сосо. Ах ты урод такой. Гля, хилица стоит. Да, подожди. Слушай, затащил. Ну, конечно, ну, блин, ну я ж тебе не какой-то там гриб лесной. Не арткул? Я ж не арткул тебе. Ну да, по факту снял. Ах ты урод, гля, на у него дистанция побольше. Блин, было бы круто, если бы я завалил бы их одним бравлером всех. Ну давай, Эдгар. Твой выход. Давай, подтягивайся. Я сейчас попробую замансить. Блин, а замансить никак. Офигенно, блин. Я сейчас проиграю одному базу. И шо, у меня нет этого. Но он инвалид. Блин, ну он же копит ульту сейчас. Боже мой, я не попадаю. Ну все, я проиграл. Все-таки так. Я не хочу, я не хочу, я не буду, блин! Ну как я проиграл? Ну, слушай, сам виноват. Не затащил... Бас, законтрил всю мою тиму! Да? Нахер тут Брок? Это ты, Броков? Это я. Ребят, как вы могли заметить, бомж вернулся. У меня есть для вас спойлер. У нас готов выпуск «Бой бомжа и алкаша». Если вы наберете на этом видосе 50 тысяч лайков, я его выпущу сегодня. Вот вам спойлер. Там заруба дикая, там мясо просто. Одного откачивали в больнице, третьего скорая забирала. Четвертого собирали соседи под балконом. Ну там серьезно, там, во-первых, завязалась, короче, вот эта вся движуха с там народу было просто жесть. Да, там... Ваня скибы закончил, пошел на улицу. Вот, короче, ладно, ребят, хорошо, я не знаю, поздравляю вас, бесплатные гемы в магазине. Всем удачи, ставьте лайки, сегодня запишу вам видос, как пройти особое испытание с Громом. И до новых встреч, не болейте, не кашляйте, будьте здоровы, я к родичу Горбузове.